Православные верующие сегодня отмечают Крещение Господне, один из главных христианских праздников. В этот день вспоминают крещение Иисуса в водах реки Иордан. Главная церковная традиция праздника – освящение воды. А самое популярное народное – купание в проруби. Оно, согласно поверью, помогает избавиться и от грехов, и болезней. Однако медики предупреждают, что делать это нужно осторожно, так как вода очень холодная. По предварительным опросам, каждый пятый человек в России в празднике планирует окунуться в воду. В Москве и Подмосковье в обряде смогут принять участие около 100 тысяч человек. Для этого купели оборудовали при храмах и у святых источников, на прудах и открытых водоемах. Там дежурят водолазы и медики, чтобы обеспечить безопасность верующих.